Ух ты! А вот и босс у нас. Ой-ой-ой, чё, куда бежать, куда бежать, куда бежать, куда бежать? Ёлки-палки. А, на него можно, на него нажимаешь, и он уменьшается, прикинь. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру про Стикмана и сундучки вот эти. Нужно нам, получается, задание 16 минус 0, минус 6, минус 8, минус 1. Получается, ребятушки, 1. Поэтому берем первый, вот этот вот. Ящичек открываем и выходим отсюда. Так, управляй с умом написано. А ну-ка, интересно. Ага. Смотри. Так, это идет наверх. Так, этот тоже наверх. А нам нужно, чтобы лифт упал вниз. Так, давайте. Так, тихо-тихо, хватит столько нам. Нормально. Оп. Тихо-тихо, прыгаем. Ах, ё-моё, где-то я стукнулся, ребятушки. Стукнулся об эту шипы вот эти вот стукнулся. Давайте направим его вниз максимально. Вот, и отсюда уже начнем плясать. Где-то здесь. Попробуем. Так, не допрыгиваем. Здесь тоже не допрыгиваем. Еще немножечко. Да ё-моё, не хватило чуть-чуть совсем. Все понятно. Все понятно с вами. Так, давайте отсюда начнем. Так, не хватает. Так, а ну-ка здесь. О, отлично, отлично. Все, с этим уровнем закончили. Идем дальше. Так, найди. Нам нужно найти что-то. Давайте пойдем влево. Так, все, я нашел уже ключик, хорошо. А теперь нам надо отсюда выбраться. Фига, сколько здесь, ребята. Сколько здесь вот этих всех коробочек. Все, уходим отсюда. Так, а сейчас открою, 47 уровень. А, ну здесь, в принципе, несложно. Ай-яй-яй-яй-яй, нифига. Ё-моё, ты видел? Дверь двигается. Офигеть. Хорошо, что она назад не побежала. Так, какой-то песик, смотри. Опля! Так, смотрим, ждем. Прыгаем. Так, песка. А, съела. Съела нас пес этот. Давайте еще раз попробуем. Прыгаем. Так, нужно ждать. Оп, нормально. Еще. Хорошо. Так, а ну-ка, здесь. Ой, она ускоряется, ребята. Ого! Какая она быстрая была. Хорошо, что я здесь находился, а не в каком-нибудь другом месте. Так бы упал бы на камушки. А, телепорты. Так, а ну-ка посмотрим. Нам надо аккуратненько не задевать их. Сейчас мы дойдем до рычага. Опля. Есть. Теперь аккуратненько это все дело перепрыгиваем с вами. Все хорошо. И здесь забираем ключик. Опля. Нормально. Так. Двигаемся. Все. Мы прошли этот уровень. Уровень телепорты. Телепорты? Телепорты? Телепорты или телепорты? Так, 50 уровень. Смотрите, считаем шараду. Сколько у нас здесь квадратиков? Раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. И пять. Так, хорошо. 6, 5 и 3. А, нет, 6, 3, 5. Ой-ой-ой-ой. 6, 3, 5. 6, 3, 5. Все. Открыли и уходим отсюда. Так, очень медленно написано. Так, очень медленно, значит, что-то будет очень медленно. Но мы вроде бы быстро все делаем, передвигаемся. А-а-а, этот лифт медленный. Очень-очень медленный лифт, ребята. Ладно. Так, а ну-ка. Есть. Ой-ой-ой-ой, куда? Ой-ой-ой-ой-ой, надо было там переждать, слушай. Да, ну ничего страшного. Тут главное не спешить. А то мы любим спешить. Так, а ну-ка, где у нас тут? Сейчас подождем лифтик наш. Оп. Все, забрали ключик и потихонечку идем домой. Все, на выход.
На выход, ребята. Так, ледяной ключ. А здесь, смотрите, можно его растопить. О, все, мы его растопили. Так, давайте здесь вот так вот сделаем глазки. Все, и теперь идем открывать, активировать лифт. Наверх. Так, все, лифт активировали. Он очень быстрый. Так, не успели. Подождем еще раз. Забираем ключик, и все. Дверка открывается, и выходим наружу. Ага, 53-я. Снова эта кнопка. Давайте попробуем нажать. Нет, ничего не получается. Хорошо. Смотрите, у нас замка нету на двери. Интересно. Так, давайте активируем лифт. Так, все, лифт активирован. Так, запрыгиваем. Ага, смотрите, у нас получается открывается потихонечку дверь снаружи. Сейчас подождем, пока она откроется максимально. Так, все, мы ее полностью открыли с вами, ребята. И теперь, ой, она закрывается, надо быстрее, быстрее, быстрее бежать. Фух, добежали, успели, ребята. Ну что ж, нельзя тут стоять, а то нас еще придавит. Ой, беги быстрее, смотри, ё-моё, что происходит? Что происходит, ребята? Опа, ух, все нормально. Все, успели, все сделали, что надо было. Интересно, она еще раз не будет подниматься? Земля это, пол. Нет, вроде бы не поднимается, хорошо. А, 55-я, строитель. Ага. Нам нужно что-то здесь, ребятушки, построить. А, вон что, смотри. А ну-ка, давай аккуратненько поднимем. Вот так сделаем. О, тихо. Не падай. Мы идем. Ох, нифига! Нифига, я врезался, алло. Как так? Ладно. Сейчас мы его поднимем. Так вот сделаем. Так, прыгаем сюда. Ага, это мешает нам, да, что-то? Пробуем. Ага, видишь как? Так, а ну-ка. Не, надо нам ее немножко опустить вниз. Где-то до этого уровня. И прыгаем. Есть, хорошо у нас получилось, ребята. Теперь забираем ключик. Ага. Все равно надо нам прыгать. Так, давайте встанем сюда. И поднимаем вверх. Вот так. И сделаем такой вот мостик. Еще поднимаем немножко. Все, забрали ключик, и теперь это все нам не нужно, убираем. Все, спускаемся вниз. Все, мы на свободе, ребята, мы прошли этот уровень, 55-й строитель. Ага, агрессивное поведение. Угу. Кто-то будет агрессивничать. О, вон что, кто у нас агрессивничает. Вот эта штука, а ну-ка, тихо. Опа, нифига себе, она какая резкая, алло. А теперь что делаем? Так, а ну-ка. Ох, нифига, как же мне тебя... Как же мне тебя сделать-то? Опля. Либо мне надо успевать, слушай. Нифига не успеваешь. О, надурили, обдурили. Ох, успели. Так, теперь быстренько это открываем. Ух ты, как все сложно. Ну хорошо, что она хоть так среагировала. А не по-другому. Все, теперь надо главное забрать аккуратненько ключик. А, не успел. Ё-моё, еще и этот самый разбился. Так, надо аккуратненько сейчас. Оп. Всё. А, вон даже как можно, прикинь. Так, а ну-ка. Ага. Тут надо аккуратненько. Прыгаем. Так, сейчас все забираем быстренько ключик. И домой, домой, ребята. Опа. Все. 56-й мы прошли, ребятушки. Так, у тебя хорошая память? Ага. Да, вроде бы неплохая. Так, ладно. Так, здесь сюда прыгаем, здесь сюда. Вот. Оп. Так, здесь наверх. Ой, хорошо. Видите, ребята, я помню. Так, а теперь надо быстренько сюда. А, не успел. Так, а как же вспомнить, где же она там? Получается. Ай-яй-яй-яй. Так, а где же она там заканчивается, а? Ага. Так, ладненько, значит, пока я примерно сейчас представлю, где она будет.
О, все. Хорошо. Все, на выход выходим, ребятушки, с этого уровня. Очень такой интересный, очень сложный уровень, мне кажется, такой. Так, не спеши. Хорошо. Не буду спешить. Не спеши. Почему не спешить? Ага. Ё-моё. Подождем. И почему не спешить? Так. Ага. В смысле? А как ее проходить-то, этот уровень? Интересный. Очень интересный уровень, ребята. Может, здесь что-то можно двигать? Слушай. А-а-а! Вон, она сама поехала, прикинь. Нифига себе, можно было эту штуку, тумблер-то и не включать. Хорошо. 59 уровень, ребятушки, заряженный. Ну, давайте посмотрим, что здесь надо зарядить. Ага, мы заряжаем батарейки. Так, хорошо. Теперь активируем лифт. И надо будет еще зарядить вот эту батарейку. Опа, сверху. И открывается шлюз. Да, так я и думал. Так я и думал, ребятушки. Ух ты! А вот и босс у нас. Ой-ой-ой, чё, куда бежать, куда бежать, куда бежать, куда бежать? Ёлки-палки. А, на него можно... На него нажимаешь, и он уменьшается, прикинь. Ай-яй-яй, давай уменьшайся быстрей. Ах, убил меня. Не успели мы на него понажимать. Хорошо, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нажимаем-нажимаем-нажимаем-нажимаем. И сейчас он лопнет. Все, лопнул, ребятушки. Вот такой вот босс был. Очень интересный. Да, хорошо. Поехали, 61 уровень. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас тут творится в 61 уровне. Так, вроде бы все как и обычно. Вроде бы не сложно ничего. Так, прыгаем сюда. Прыгаем сюда. О, вау-вау-вау-вау! Ни фин ты себе! Вот это уровень, теперь понятно. Его сложность. Ладненько, дорогие друзья, будем заканчивать серию на этом ролике. В следующем ролике мы продолжим играть в игрушку эту. Ребята, если вам игрушечка нравится, ставьте лайки. Обязательно подпишитесь на канал. Нажмите еще на колокольчик, обязательно, чтобы не пропустить новые ролики. И смотрите Duda Play и дальше. Ну, а мы прошли этот уровень и идем в следующий. 62 уровень, будь осторожен и быстр. Этот уровень мы будем проходить уже, ребята, в следующем ролике. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.